Всем доброго времени суток. Второй бой третьего тура. Оплот против причала. И хочу сказать пару слов о поражении, о предыдущем бое. Кто его еще не смотрел, посмотрите, потому что сейчас, можно сказать, спойлер. Так вот, поражение Инферно, да, насчет, по поводу там, что оно сопряжение проиграло. Я так посмотрел, и получилось так, что Инферно-то первые два боя проводило с Болотом и Варварами. По сути, они пока что у нас аутсайдеры турнира, поэтому неудивительно, что они так проиграли сопряжение. Получается, что Инферно-то, в принципе, выиграл-то у аутсайдеров. Так что еще не факт, что они там будут в лидерах. Вот, а я что-то думал, что Инферно там высокий задел себе сделал. Нет, еще ничего не ясно. Ну ладно, возвращаемся к этому бою. Здесь у нас другой лидер, это причал. И здесь мне кажется, что это вот... Вот уже прям такое чувство, что это на данный момент самый сильный соперник. Хоть он пока провел и два боя, но по ощущениям, я не знаю, эти ящеры их очень таким... хорошо действует. Их очень сложно убрать. Ну, посмотрим. Сейчас после третьего боя будем более четко представлять, что из себя причал представляет. Так. Как же мне расставиться? Любасу придется закрывать пиратов. Я думаю, драконам сразу придется лететь. Ну, наверное, так поставлю медленные, пусть в центре стоят. На этот раз с духом играем. Так, лишних артефактов тут нет. Да, я потерял свой последний город. А, пираты, пираты. Ну, драконы вроде их везде достанут. Я вот думаю, раз Пегас у меня тут стоит. Если я поставлю стрелка сюда и стрелка сюда, дракон... Попробую так сделать. Нет, попробую так. Так сделать. Да, в принципе. Как-то так. Процентов атаки игнорить, это, конечно, дорогого стоит. Поехали. Что-то я как-то немножко не подумал. Поставил под перекрестный. Он также двоих должен, да, задеть. Вот, я думал, что если там пытаться сначала всеми на ящера навалиться, на этих никсов. Но... не знаю, пока бы я с ними там разбирался. Ну, вот, смотрите, что такое 4-6, 550 урона. Когда вот по этим...
чуть ли не 2000, то есть насколько хорошая защита. Так, пират, сколько 120 снесет до 120. Ну, блин, по-любому надо либо закрывать, либо бить, потому что дать ему выставить это все сразу там 3-4 драконов терять. Давайте рискнем. Такой укус смачный был. Ответный, кстати, неплохой. Аспиды ярости от полученных ран. Золотой дракон плюс 49% урона. А что у них? А вот месть. Они же сильнее бьют, да, по ходу дела в ответном ударе. Ну и бить не бить, дать кому-нибудь другому пробить. Принять на себя удар. Вот, допустим, пусть Никсы сначала прибудут на себя небольшой удар, а потом остальные подербанят. Ну и здесь я даже не знаю, наверное, тоже надо лететь, потому что вставлять одного дракона на растерзание. О! Вот это кайф! Ждем. Можно этой ударить, в принципе, принять удар, но она пусть Пегаса бьет. А мы тут, блин, или эльфу выставить. Бьет всего-то до 19. 0-1. Жесть. Ну, еще успел свой меткий удар сделать. Ну чё, пацаны, мочим дракошу? Если бы, да. Вперед. Вот сколько, 8 тоже. Ну, подходим, блин, что делать? 3. Осталось 3. Так, ну давайте теперь эльфа. Как будто чешет что-то. Уже не ответит. Может, кентавра пробить? Все-таки двойным ударом. По 200. Давай, ослепляй. Отлично. Ну, теперь повоюем. Так. Ответят же, да? А, они вообще умерли. Так, ладно, мы будем... этих ребят кромсать. Да, долго же змея придется бить.
Ничего, нифига, вот этот змей что-то вообще какой-то жесткий. Еще плюс 300 жизни это. Этот с двойным ударом своим, парень. Эй, я же, блин. Показал ударить одну, ударил не того. Просто раздербаловка какая-то. Ужас, их 6, а урон такой ощущение, как будто даже не уменьшался. Просто что-то невообразимое. Что тут просто вообще без шансов. Их трое, они по 5-10 дендроидов валят. Я просто в шоке. А тут еще эти 37 стоят, спят. Вперед в атаку! Ну чё, гномик, ты... Ты один остался. Мне его так жалко, он так стоит. Все. Мне у причала еще пол армии осталось. У них кто только океаниды сдохло. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А у них только океаниды сдохло, остальные все живы. Ну это там. Просто разгром. Просто разгром. О, господи. Кто же остановит причал? Кто? 3 победы из 3. И это еще не конец. Ну что ж. Вот такие бои. Пока что не видно, кто составит конкуренцию причала. Причалу. Но посмотрим, может этот теневой лидер откуда-нибудь вылезет. С вами был 5 по 84. Увидимся в следующих боях.